Опасен ли мухоморный трип? Очень опасен. И одно дело просто освещать эту проблему, и совсем другое дело давать людям реальные знания и инструменты для безопасного погружения. Поэтому в нашей школе ситеров «Человек Заря» мы готовим профессионалов своего дела, которые не будут участвовать в таких движениях, как обоюдный ситр. Что значит обоюдный ситр? Обоюдный массаж. Там, я тебя коуч-коуч, ты меня коуч-коуч. Что это такое? Это значит, два абсолютно новичка, без опыта, берутся треповать друг друга. Хочу сказать, что, возможно, у второго номера может шанса и не быть оттрепованным. Это очень серьезно. И сейчас я готовлю армию профессиональных ситеров, которые будут заниматься этим профессионально, с гарантией возврата денежных средств, если что-то пошло не так и результат не получен. Поэтому советую пройти наше обучение в нашей школе ситеров и получить реальные знания и инструмент для этой услуги. Добро пожаловать! Благодарю за внимание!